Олега Ануфриева похоронили в Подмосковье. Народный артист России, актер, автор и исполнитель песен похоронен на Аксинецком кладбище в Подмосковье. Об этом рассказал председатель Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, принимавший участие в траурной церемонии. По его словам, ранее прошло прощание с Ануфриевым в траурном зале Центральной клинической больницы. На прощание, в частности, пришли директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, актер и телеведущий Александр Олешко и многие другие. Герасимов подчеркнул, что поскольку актер не любил пафоса и помпезности, пришли только самые близкие друзья. Он отметил, что Ануфриев ушел из жизни, как в его песне поется. Жизнь на самом деле – это миг, но он удивительный. И свой миг Ануфриев прожил очень красиво и ярко. Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким Ануфриева, отметив, что он был ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссером и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов. Ануфриев скончался после продолжительной болезни, ему было 87 лет. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!